уходят, и мне надо снова набирать актив. Никому не нравятся почему-то гостевые. Валерий, привет. Блин, а у меня немає кого продати. А так, а ти зроби так, ти кого-то купи, а потім в два рази дорожче продай. Займися чимось полезним. Добре, я можу тебе заблокувати. Буде читатися, що я зробила полезне? Привіт, привіт. Привіт, ти що думаєш, що я плохой? Ні, я так не думаю. Стучим, ребятки, стучим. Давайте 20к лайков добьем нам. То я тоді стану баригой. Зато... Вау! Ёлки! Олег, дякую! Дякую, дякую! Красота! Спасибо. Ту-ру-ту. Народи мені доньку. Ага. Серега, да я же говорю, я в батл вечером выйду. Я вечером буду уже в батле. Тем более мне тут осталось буквально минут 15 посидеть, и надо будет выходить. И надо будет выходить. С кем, с козой или с Илоной? Также неинтересно общаться. Ну вот я же говорю, можно в батле общаться. Выходить в батле. Потому что сколько пробовала я сидеть в этих гостевых вообще. С обеими. Она не хочет со мной играть, не соскучилась. Я соскучилась, я же говорю, вечером выйдем. Вечером я буду свободная и будем играть. Точнее, будет у меня свет и этот. А козу умеешь доить? Никогда не пробовала. Но если бы вы мне подогнали козу, я бы, может, поучилась бы. В Киеве живешь, в Киевской области. Стучим, ребятки. Да я больше подарю, чем любой батл. До вечера. До вечера, дякую. Ну да, когда я, блин, не смогу. Натаха, ну все равно тут уже, я же говорю, мне минут 15 осталось. И все. И я буду улетать. Не, конечно, может, мне еще и повезет, и выключат меня немножко позже, но лучше бы выключили в 4, чтобы включили по графику в 8. Почему у вас нет света? Потому что бьют по инфраструктуре. Да все, куда все? Сколько мы уже с тобой не играли? 1,5 недели? Так, ребяточки, у нас осталось добить до конца эфира 3 сердца. Не начинай, говорила, буду доброй. Да она не будет доброй. Ты бачишь, скільки я тебе стукаю? Ні, не бачила, тут усі стараются. Thank you. Ты добрая, тебя никто не обижал. Да, старались, но у них ничего не получится. Я по ней соскучилась, она, я тоже соскучилась. Я тоже, ой. Без света неудобно, генератор нужен. Да, зачем генератор? Куда я его поставлю, даже если бы он у меня был? Во снех выпал. Выпал, но уже тает. Сегодня погодка не очень такая, поэтому я думаю, к вечеру его уже не будет. Смотри, вечером проверю. Привет из Мексики. Приветик. Спасибо за лайки, ребят. Все равно вот 50 человек, а пишет 10. Остальные где? Остальные где? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здесь. На балкон или... У меня нет балкона.
и коза у тебя будет дома, привыкай, что с ней придется жить. Ага. Точно. Привет, від ЗСУ. Привет, привет. Привет, привет. Так, еще как раз пару песен и пойдем. Илон, лучше козла заведи. О, да не хочу, Серега. У нее есть вредная коза. Да, вот сидит, пишет комментарии. Да, Натах? Плюс 23. У вас спокойно все? Сейчас, да, утром было шумно. Гарно выглядаешь. Дякую. Вот козла не надо. Да, Натаха. Да-да-да. Спасибо за подписки. 64 человечечка. Гарна ты птаха. Нет, Серега, ты шо? Шо я с ним делать буду? Ты что такое придумал? Спасибо за подписки, ребята. Иосиф, что значит тратить свое время? Допустим, если я занимаюсь своим любимым делом, веду стрим или записываю видео, то это только мне в кайф. Я провожу с удовольствием свое время. Я набираюсь каких-то положительных эмоций. Ты это смотришь с другой стороны. Второе, не легче просто поработать. С чего ты взял, что я не работаю? Вот. Отвечай на эти вопросы. Hello, hello, hello. Я вот езжу еще себе козу, а тебе, значит, не надо. Ой, Серега, Серега, у тебя сестричка есть? Есть. Есть младшая сестра. Она, кстати, наверное, сейчас в эфире сидит. Есть я и еще одна. Да-да, даже говорят некоторые, что Натаха похожа на меня больше, чем моя сестра. Или я на нее похожа. Короче, кто-то из нас на кого-то из нас. Даже гарно выглядаешь. Дякую, Роман. Спасибо за подписки. Ребята, вы будете в этом году ставить елку у себя дома? Расскажите. Дякую. Дякую.